Мини-обзор PlayStation 2 55 тысяч модель. Лимитированная версия Gran Turismo. Подставка — это уже отдельный аксессуар. И также здесь установлен аксессуар такой, как HDD и LAN разъем. Вот, давайте попробуем включить. Индикация жесткого диска. Хотя у меня вроде там ничего нету, я и не пользовался. Подключено к вот такому преобразователю, понижающий трансформатор на 750 ватт. Очень удобно, можно несколько приставок сразу подключить, в том числе PlayStation 3, который 200 ватт примерно жрет в максимальной нагрузке. Так, тут ничего интересного нету. Надо заполнять дату. Скорее всего, там есть батарейка в приставке, которая, наверное, держит эту дату, но она, скорее всего, севшая. Так, как-то надо отсюда отовсюду выйти. Блин, это все нам не нужно. Так, попробуем самое интересное. Запустить игру. Конечно же, игра японская. Других не считает. Наверное, как-то можно русифицировать это меню. Но я что-то особо не вдавался. PlayStation 2. Так, ну что? Карта памяти есть, но на ней soft мод, поэтому как бы в топку. Игра потрясающая своей музыкой, ну и в целом достаточно такая залипательная. Пропустить нельзя, к сожалению. Жаль. Ну, типичная такая японская дичь. И как это водится у японцев, музыка очень крутая. Не скупятся ребята на качественную музыку. Ну, давай пропустись. О! Получилось. Такие вот у нас уроды. Ну, наверное, мы с ним поговорили, что нужно к нему куда-то там отправиться.
А вот уже началась игра. Короче, нужно катать шар и прилеплять к нему всякую херню. Вот, катим шар. Назад, вперед. Так, что там? Что-то надо. А, забраться вроде бы. На гору надо. Пошел. Оба. Ну, а теперь вот собираем все это говно. И потом, насколько я знаю, все доходит до того, что ты уже собираешь дома, какие-то небоскребы. Но начинать надо, как и водится, с маленького. Ну вот, озвучка, конечно, ну в смысле, музыка просто вообще. Короче, выглядит это дебильно, но на самом деле очень интересно. Еще уметь бы вот играть. Вот мы растем постепенно. Ну, в общем, вот так.